Натюрморты, портреты, зарисовки. Всего 18 работ. Все они принадлежат кисти выпускницы Видновской детской школы искусств, а ныне студентки Академии имени Сергея Андреяки, 14-летней Варвары Семилетовой. Сегодня мы открываем персональную выставку нашей выпускницы Семилетовой Варвары. В 2020 году Варя с отличием окончила нашу школу по предпрофессиональной программе. Хотелось бы отметить, что мы впервые организуем персональную выставку нашей ученицы. Незаурядные художественные способности Вари родители и преподаватели заметили, когда девочка была еще дошкаленком. Я ее помню еще совсем-совсем юная, она была уже тогда очень талантливая, очень целеустремленная такая девушка. Очень отрадно, что она к нам сейчас вернулась таким вот уже художником. Можно сказать, что это уже состоявшийся художник. У нее творческий потенциал сразу был виден, да? Но мы все художники, и как объяснить, потенциал – это маленькая такая часть всего успеха. Хочу пожелать ей, конечно же, не потухнуть. И творчески двигаться дальше с таким же рвением, с таким же усердием и с таким же трудолюбием. Я безумно вообще рада, что такие есть педагоги, как Ксения Витальевна, как Светлана Анатольевна, как Юлия Геннадьевна. И это однозначно вот школа искусств должна радоваться тому, что есть такие люди, прежде всего люди человечные, добрые, отзывчивые. Юная художница представила на выставке работы, созданные за последние полгода. Больше всего она гордится своими копиями портретов кисти Рембрандта. Было очень тяжело именно подобрать тон. Там же очень много тонов. Вот, цвет один, как бы, а различий много. И чтобы она не превратилась в одну кашу смешанную, нужно прям следить, как ты штрихуешь, как ты делаешь каждый штрих, куда ты его делаешь, в каком направлении. Соус, сангина, акварель и карандаш – любимые материалы Варвары. Девушка обожает писать натюрморты, а любую свободную минутку использует для того, чтобы делать зарисовки с натуры. Представляя свое творчество, она хочет заинтересовать живописью как можно больше ребят. Хочется, чтобы они добились чего-то своего. То есть, чтобы они посмотрели такие, типа, ой, я тоже так хочу. Там мы побежали к маме, купили какие-нибудь материалы. Это все тоже как-то вдохновляет. Ну, не знаю, прям вот приятно смотреть. Они ходят, что-то смотрят, что-то свое получают от этого. Варвара еще не определилась, кем хочет стать, когда вырастет – реставратором или искусствоведом. Но одно девушка знает точно – рисовать не бросит. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.